Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это продолжение нашей рубрики «РПЛ в Лиге чемпионов». Перед началом этого видеоролика я хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, ну если вам понравился ролик, вы его посмотрели до конца, напишите комментарий, что вам нравится, либо не нравится, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вам не трудно, но мне будет очень приятно для продвижения моего же канала. Ну также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ, ссылочка на него есть в описании под этим видео, обязательно переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения на ютубе, буду рад всех видеть, давайте добьемся там вместе 40 подписчиков. Ну что же, у нас четвертый тур в Лиге чемпионов. Вот такие вот составы у наших команд. Я чуть попозже все-таки свой еще, может быть, видоизменю. Там по готовности будем смотреть. Но мы сейчас идем на второй строчке. Ой, на третьей, да, извиняюсь. На второй идет Севилья, как раз против которой нам и предстоит сегодня снова сыграть. И по факту нам надо обыгрывать именно Севилью. Как я это говорил еще в начале нашей рубрики, именно когда за Краснодар мы начинали, Севилья будет нашим прямым конкурентом. Нам удалось забить им в прошлом выпуске, правда, мы сыграли в ничью 1-1. Но посмотрим, как все будет сейчас. Здесь уже вижу у Кайо низкий показатель. Выйдет тогда Сорокин. Ну и все. У Камболова я вряд ли буду выпускать. Поэтому вот таким составом мы выйдем на ответную игру, правда, уже в Испании. Против Севильи. Поехали. Итак, Рамон Санчес Писхуан. Мы на замечательном стадионе Севильи. Поехали. Ну и все. Даже не дал сейчас арбитр продолжить эту атаку. Этот момент. И Краснодар играет в ничью против Севильи. Шансы теперь просто у нас мизерные. Нам надо обыгрывать, я так понимаю, теперь и Челси, и Рен. Ну, с Реном, может быть, и получится у нас пободаться. Там, кстати, Рен сыграл в ничью с Челси. Вот. Поэтому шанс у нас до сих пор все-таки есть. Будем надеяться на то, что и мы, и Севилья обыграем Рен. Ну и у нас тогда придется нам, естественно, обыгрывать только Челси, которые еще ни разу не побежденные вышли. Вот. Могут выйти из группы с первого места. Они вот единственный раз сейчас сыграли ничью и как раз против Рена. Поэтому шансы у нас действительно мизерные, но они есть. Так что, кто верит в наш вот этот тут Краснодар в этой рубрике, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.